Вместо того, чтобы поздравлять спортсменов, они решили оскорбить не только нас с Юлей, но и всю Федерацию легкой атлетики в первую очередь. Вот. Хочу сказать первое. Во-первых, мы с Юлей замужем. И если кого-то это волнует, то никаких личных отношений с Юлей, к сожалению, не к радости. У нас очень близкие дружеские отношения, потому что мы тренируемся в одной группе, Валентина Михайловича Маслакова, 8 лет. Я считаю, что это большой срок для того, чтобы между нами была хорошая и настоящая дружба. 8 лет мы не выигрывали медаль золотую, правильно? И вы, по-моему, даже не можете представить, что такое, когда Тоня финишировала, и мы вчетвером поняли, что мы победили. Это вот эта буря эмоций, этот шквал просто, это нереальные ощущения. И если где-то чисто случайно при наших поздравлениях друг другу мы коснулись губами, то ну, это какая-то получается фантазия, не знаю, больной, наверное. Вот. И тут я не вижу никакой подоплеки. Вы, конечно, извините меня за такие слова, но мне очень приятно, когда вот в лице даже наших тренеров и наших руководителей нас так оскорбляют. Если мотнуть запись, то там было видно, что мы поздравляли всех. И почему именно нашу команду, когда стояли и американцы, и тоже целовались. Интересно, если бы я поздравила Кристину Охоругу, мне бы тоже сказали, что мы с ней там в связи. Как вообще голову могло прийти? Я не понимаю, народ, он как вообще можно подумать было? Если честно, я была в таком шоке, когда Ксения вот прислала мне сообщение с ссылкой. То есть выражать свою радость после... Мы видим друг друга каждый день, и как это тяжело дается, и мы были счастливы. И так все, конечно, зачеркнуть, опорочить, я не знаю, это правда, с головой не все в порядке у тех людей, которые так считают.